И всем привет! Сегодня я со своими подписчиками буду играть в один интересный режим, который называется «Побег от монстров». В общем, у нас 5 путников, которые играют на Бо, заблудились в одном жутком лесу. Их задача оттуда просто выбраться. Но дело в том, что в этом лесу есть еще и 5 монстров, которые играют на тарах, которые не должны позволить путникам этого сделать. И я решил так, что первый человек, который сможет 2 раза выбраться, получит от меня сегодня 1 крутой приз. Ну а точнее, я буду для него крутить одну интересную рулетку, в которой может выпасть 1 из 5 призов. Ну что ж, посмотрим, кто у нас сегодня затащит и какой приз он за это получит. Начинаем! Я надеюсь, у нас сегодня затащит какой-нибудь новенький. Хотя, в принципе, все мои подписчики, поэтому думаю, что это не так важно. Вот такую вот карту от Зенти нам нужно будет сегодня пройти, то есть добежать от края до телепорта. Но, в принципе, это не очень сложно. Я думаю, что у кого-то точно должно получиться. Давайте пытаться. Ну, давайте разбегаемся в разные стороны. Я пойду куда-нибудь сюда. Подождите, а почему у меня как-то лагает все? Реально, какие-то небольшие подлагивания. То ли из-за карты, то ли из-за интернета. Так, теперь ждем где-то 5 секунд примерно. 5 секунд стоим здесь, и можно начинать. Так, ну все, наверное, прошло, да? Тогда погнали. Так, надо аккуратно идти. Ой, что это? Сразу 2 тары на меня выскочили. Как будто они знали, что я здесь. Так. Давайте аккуратно продвигаться. Так, ой, это может быть опасно. Да, ну да, да, конечно. Да что такое? Она меня что, караулит? Я не понимаю. Так, все, это мой шанс, это мой шанс. Я должен успеть. Так, нормально. Все, я должен успеть. Забегаем, забегаем. Давай, телепортируй, Да как? Я не успел. Эх, жаль, к сожалению, меня убивает. Немножко мне не хватило. Ничего себе, а как Зенти успел пройти? В общем, потом, наверное, посмотрю повтор, но Зенти молодец. Он получает 1 балл. Ну а теперь нам надо меняться командами, мы будем играть на тарах. Ну давайте теперь дефаться. Так, забираем банки. Каждому по 3, да, получается? Каждый по 3 берет. Так, кто-то 4 взял, не надо так делать. Так, и последнее... Куда? Куда? Или что? Берет банку 5-ю. Я просто не могу. У меня 2 банки, он берет 5-ю. Ладно, начинаем. С 2 банками. Ой-ой-ой-ой-ой. Еще и лаги. Я, кажется, понял, из-за чего у меня лагает. Из-за того, что я сейчас на мобильном интернете. Так, если будет такая же фигня, я на Wi-Fi переключусь. Просто я думал, с мобильного сейчас. Так, симпа-симпа наигрался, хорошо. Он пошел нас зарашить, видимо. Думал, что сможет. Так, это Алиштоп. Ну, Алиштоп наш. Хотя, после того, как он забрал 5 банок, я думаю, он уже не наш. Давайте искать. Так. О, еще кого-то нашли, хорошо. Так. Ну, очень тяжело, кстати, пройти за Бо. Очень тяжело. Поэтому я даже не знаю, какие у них тут шансы. Так. Бегаем, бегаем по всей карте. Ой, что это? Что? Он почти прошел. Ну хорошо, мы вовремя в него попали. Вовремя заметили. Так, и еще один где-то. Один. Какой-то один остался сам. Что? Он тоже не успел. Жесть. Вот эта реакция у нас, конечно. Мы всех задефали. Это было классно. Давайте разбегаемся. У нас получается 2-й этап. А сейчас нам нужно опять как-то попытаться пройти. Я надеюсь, что Зенти не пройдет, потому что иначе у нас видос закончится. У него уже 1 балл есть, у остальных нет. Так. Сюда я прибежал, так, ну, 5 секунд, да, примерно. Ну и все, гоу. Гоу. Так. Давайте аккуратно двигаться. Вот самое главное, чтобы на меня никто не выскочил. Так. Окей, там какая-то тара. Давайте аккуратно. Так. Ай, нет, меня заметили в последний момент. Блин. Ну я же почти прошел. Так. Замечательно.
Хорошо! Я смог! Отлично, плюс один балл, изи. У меня все просто идеально получилось. Я тоже получил один балл. А пока что мы с Зенти смогли выбраться, остальные, к сожалению, нет. Они имеют по-прежнему 0 баллов. Так, ну и все, давайте теперь как-то защищаться. Защищаемся, да? Так. Блин, надо все-таки переключиться на Wi-Fi после этой игры. Так, ну погнали. Погнали. Так, вижу одного. Двоих, двое слева снизу. Так, двое слева снизу. Но они могут куда угодно перебежать. Так, хорошо, задефали бо. Какой-то очень такой рискованный бо, который пошел. Так, по-прежнему двое слева снизу. Непонятно, что они тут забыли. Так, о, ВР. Так, можно его тут убить. Так, давайте, где он тут? Где он? А, вот. Так, давайте. Ой. Блин, я случайно пошел в другую сторону. Да ладно. Я что, его потерял? Ну ладно, все равно. Самое главное, не дать ему пройти. Так, никто не проходит. У меня гаджеты закончились. Так, никого не пускаем. Никого не пускаем. Четверо. О, я спалил. Слева кто-то, слева. Так, Симпа. Симпа почти прошел. Симпа был очень близок. Так, убиваем его. Зачем он подставляется? Что это? А, так, кто? Один, да, остался кто-то? Один. Где он? Какой-то бо, который ждет до последнего. Так. А, вот он. Хорошо. Его мы тоже не пропускаем. У нас вообще очень сильная команда. Никто просто не может пройти. Третий этап пошел. А, так, мне выбраться надо всего лишь один раз, и все. И я выиграю в сегодняшнем видосе. Будет прикольно, если я буду крутить рулетку со своими же призами. Так. Ну что ж, окей. Сюда тогда встаем. Ждем, да? И можно... Можно сейчас начинать. Так. Надеюсь, что никто не знает. Ой-ой-ой-ой-ой, да что это? Что за читы? ГГ, вдвоем, да, вдвоем меня, конечно, убить Райана, самая главная задача. Ну что это такое? Они просто специально убивали меня. Ну, такое ощущение, да? По крайней мере, так выглядело со стороны. С моей стороны. Не знаю, конечно, как это было с их точки зрения. Так, ну что ж, никто, наверное, тут не пройдет. Потому что 3 бо осталось и 5 тары, это очень тяжело. Кстати, Зенти пытается. У Зенти есть шансы. Самое главное, чтобы Зенти не прошел. Я не хочу, чтобы он выиграл. Но он, в принципе, и не выиграл. И остался всего лишь один. Ну что, его должны находить? Да, все, Пампа его спалил. Сейчас еще остальные подтянутся, да, наверное? Остальные не замечают. А, вот все. И последний бот тоже наигрался. Хорошо. Мы пока что вообще не дали ни одного балла нашим соперникам. Никто еще не прошел. Но у нас, по-моему, какая-то слишком сильная команда. Зенти очень хорошо дефает. Так, ну что ж. А куда он заходит? Нам надо начинать игру, Бенефит куда-то ушел. Странно. Так, Симпа. Ну, Симпа тут где-то снизу, да? Так. Где тут остальные? Ищем остальных. Так, ось, ну Симпу убивают, как обычно. Так, Памп Джаз, что-то подставляется. Минус еще один. Так. О, справа что ли кто-то? Да, справа ВР. Давайте за ним. Так, ВР домой, хорошо. Прикольно получилось. Я его, ой, точнее, он меня в прошлой катке убил. А я в это его. А, еще где-то один остался, последний. А, так, последний бо. Где он? Так, последний. Какой-то самый такой тактичный игрок. Где он? Где он может быть? Так, ну у него сейчас очень мало шансов пробежать. Потому что... А нет, он снизу! Что он прошел? Это жесть. Офигеть, как он пробежал мимо нас.
Я думаю, нам надо сейчас уже заканчивать игру, либо мне, либо Зенте. Потому что у нас появился соперник из другой команды, МК Мейкер, который тоже может выиграть. Так, все, прибежали сюда, ну и... 5 секунд, да, примерно? И начинаем. Так, Зенте, давай вместе идти. Ой, ой, что? Что? Я что-то не понял. Я что-то не понял. Нас зажимают втроем. Это что? Это второй телефон, третий телефон, четвертый телефон. Хорошо, Симпа вроде отстал. Замечательно. Так. Так. Да почему они там просто встали? Они тупо стоят на месте. Там вообще никак не пройти. Так, ну надо пытаться все-таки как-то. Может быть, кто-то отвлечет внимание, но нет, МК-мейкер просто держит нижнюю сторону. Там вообще нереально. Он просто стоит на одном месте и все. Не, ну я ничего не хочу сказать, он хорошо играет. Но просто пробежать почти нереально. Так. Хорошо. Там что-то произошло у них. Так. Так, я смогу, я... Я смогу! Нет, одна миллисекунда... Что это? Сейчас наша самая главная задача это не пропустить МК-мейкера. Потому что он может сейчас затащить. Так, что-то у нас 4 тары. А кто тогда банки заберет? Ну, давайте я, да? Раз никто не хочет, давайте я. Так, да, спасибо, 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 что отдали. Ну что ж, начинаем, начинаем. Справа никого нету, как ни странно. Интересно, а где остальные? Какой-то Бо убивает другого. Что это, я не понимаю. Что произошло? Ну, давайте искать. Так, слева я кого-то видел, слева кого-то видел. Так, где-то здесь. О, ВР, да, ВР. Можно его, кстати, зажать здесь. Здесь вторая тара подходит. Так, можно его зажать. Я надеюсь, там остальные задефают телепорт. Минус ВР. Так. Я надеюсь, что остальные задефали, да? Ну, там в чате напишут, если кто-то прошел. Так, а все что ли, да? Нас пятеро. Все тогда, давайте заканчивать. Нас пятеро, к сожалению. Что? Стоп, что? Подождите, он не прошел, он не успел? Это что было? Сейчас повтор посмотрим. Я подумал, что все, игра закончилась, нас же было пятеро. Так? Нет, он не успел, не успел. Миллисекунды ему не хватило, чтобы ТП-шнуться. Но он почти затащил. Я уже запутался, какой это по счету этап, но пока что никто два раза не прошел. Так. Но сейчас либо я, либо Зенти может закончить, но я боюсь, что у нас ничего не получится. О, мы втроем, замечательно, втроем будем начинать отсюда. А, ну все, все, наверное, можно бежать уже. Так, давайте отсюда. Так, просто втроем, напролом, давайте. Вы танкуете, а я дохожу. Сет КТ, ну у тебя 0 баллов, ну затанкуй, ну что ты. Так, отлично. Нет, нет, я пройду. Что, да ну нет. Смотрим повтор. Зенти сказал, что он пробежал второй раз здесь. Поэтому давайте смотреть. Так, ну что ж, все охраняют, да, центр. Банка моя валяется. Так бенефит идет. Да ладно. И бенефит прошел у Зенти. Зенти второй раз, да. Эх, получается, у нас сегодня затащил Зенти. Но я был близок, я был очень близок. Так, можно я дам свой приз кому-то другому, пусть для него крутит рулетку. Подождите, он что, хочет отдать приз? Офигеть! У нас такого еще не было. Человек, который выиграл видосик, хочет отдать приз другому? Не, ну это не запрещено, кстати, пусть отдает. Так будет даже интересней. А кому он хочет отдать? Мне? Может реально мне? Типа, Райан, поздравляю с победой? Или кому? Я хочу его отдать Мейкеру. А, Мейкер, это же мой новый ник. Я хотел переименовать ник на Мейкер. Ладно. На самом деле, вот этот вот человек, я так понимаю, сегодня получает приз. Зенти ему отдал победу. Ну, хорошо, окей.
Если что, кручу только один раз, мне в принципе не жалко никакой из этих призов, какие здесь есть. Поэтому давайте смотреть, что же ему выпадет. Так, так, что же выпадает? Так, неужели добавление в друзья? А, нет. 30 гемов, кажется. Да, 30 гемов выпадает. Ну что ж, ладно, надеюсь, что он останется доволен. Ну а на этом тогда все. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока.